Твери открываются объекты благоустройства, построенные в рамках программ инициативных проектов и поддержки местных инициатив, а также по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Так, в новом сквере на улице Хромова прошел праздник двора. Этот праздник – своего рода официальное открытие нового сквера на улице Хромова. Два года подряд эта территория занимала первые места в рейтинговом голосовании. Затем по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на пустыре построили современную зону отдыха. Теперь у нас на территории района одной очередной благоустроенной территории общественной больше. В принципе, мы этим гордимся. И большое спасибо, хотелось бы сказать, как раз жителям города, которые активно участвовали в рейтинговом голосовании. Теперь здесь есть детская и спортивная площадки. Жители гуляют по дорожкам и занимаются спортом на тренажерах. В честь открытия сквера на Хромово был организован большой праздник с детской анимацией, мастер-классами, а все желающие смогли еще и сдать нормы ГТО. Сейчас мы радуем детей этого района, женщин, которые приходят с колясочками отдыхать и так далее. Мы очень и очень благодарны. Вот, и я думаю, что жители всего района Заволжского должны участвовать во всех программах города и районов, чтобы этот район, и Заволжский район, был в хорошем состоянии. За последние 6 лет в Твери по программе формирования комфортной городской среды благоустроены 13 общественных зон. 130 придомовых территорий по инициативе жителей попали в программу. Также благоустройство в Твери идет и по программе «Инициативное бюджетирование». Главную роль в реализации всех проектов играют активные жители, которые принимают участие в рейтинговом голосовании или совместно с администрациями районов готовят свои проекты по благоустройству.